думаю, что к концу поединка там уже победитель определится исходя из того, у кого хватит упорства и характера вытащить этот поединок. Вы видели, получил повреждение Тапия, Умберто Тапия. Четвертый раунд. Сейчас Гарсия выбросил легкую серию из 4 ударов несколько секунд назад, вы видели. Возможно, ну вот опять, это технический брак, который, в общем, приводит к таким очень неприятным последствиям. Слишком низко опустил кулак Дэнни Гарсия и опять пришелся удар ниже пояса. И это чревато, между прочим, предупреждением, что в таком равном бою может привести к поражению. Так вот, я говорил о том, что вот выбросил длинную легкую серию Дэнни Гарсия, и, возможно, это может быть таким ключом к победе. К тому, чтобы сначала нащупать цель легкими ударами, взрывными атаками. И посреди этой атаки где-нибудь уже втыкать жесткий акцентированный удар в полную силу. Побольше бы Гарсии нужно было бы вот таких связанных, слитных комбинаций. Право выстрелил в голову. Вот сейчас тоже был острый эпизод. Может быть, это свойство молодого возраста. Я имею в виду, что Дэнни Гарсия, которому 21 год всего, но уже приличное количество боев, иногда словно бы засыпает и действует, пожалуй, даже прямолинейно. Но обратите внимание, что эпизодами, а иногда даже целыми раундами, порой начинает действовать разнообразно. Ловит соперника даже не то, что на ошибках, а сам создает ситуации, в которых обманывает оппонента и иногда это даже такое впечатление хорошо сделанной работы. Вот сейчас в середине раунда именно так действовал
Дэнни Гарсия. Поединок подходит к концу. И посмотрите, какое обострение на последних секундах. И очень-очень достойно показали себя оба бойца. Прямо скажем, интересный бой. Было действительно немало интересных и ярких эпизодов. Ну и концовка, конечно, получилась горячая. Успех в этом поединке сопутствовал Дэнни Гарсия. И сейчас мы услышим вердикт. 79-73, 78-72 и вновь 79-73. Единогласным решением судей победа присуждается Дэнни Гарсия, который выигрывает свой 15-й поединок и идет по-прежнему без поражений. Простите, 12-й поединок.